В Тбилиси построена новая эстакада. На церемонии открытия дорожной развязки присутствовал президент Грузии Михаил Саакашвили. Новая автомобильная магистраль должна разгрузить транспортное движение в столице. Согласно проекту, через реку Веры будет установлено 5 мостов и несколько эстакад. Строительство обойдется бюджету в более чем 30 миллионов лари. Для тысячи жителей Тбилиси передвижение по городу будет упрощено. Представьте, сколько людей ежедневно застревает в пробке и опаздывает. К сентябрю пробок здесь больше не будет. На эстакаде работают 600 человек. Второй этап строительства завершится через 3 месяца. К этой дороге присоединятся еще 2 разъезда и дороги в город.